8 сентября состоялся второй тур выборов президента Республики Абхазия. По итогам результата первого тура наибольшее количество голосов набрали кандидаты в президенты, действующий глава государства Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии Амсахарал Хасквициня. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент. Кандидат на этот пост идет в связке с претендентом на пост президента. С Хаджимбой баллотируется начальник экспертного управления его администрации Аслан Барцец. С Квициньей депутат республиканского парламента Дмитрий Дбар. Два избирательных участка округа 35 были открыты в 8 утра. Общественный порядок осуществляли сотрудники правоохранительных органов, а за процессом голосования наблюдатели, которые со своей стороны отметили, что выборы проходят прозрачно в спокойной обстановке, без каких-либо нарушений. Нормально, все спокойно, все хорошо, нарушений никакой нету. Все спокойно. Все нормально. Какая явка? 140 человек на 10 утра. В очень благоприятной ситуации проходят выборы. К 10 часам явка более 20%. Меньше, конечно, чем предыдущие выборы. Может быть, это связано с погодными условиями. До конца дня, думаю, выборы состоятся на этом участке. Есть ли какие-нибудь нарушения? Нарушений нету, замечаний нету ни от кого, ни от наблюдателей, от представителей штабов. Все нормально идет. Как сообщил председатель окружной комиссии Астамур Асланзе, общее число избирателей составляет 1000 человек. На 11 часов явка избирателей составила 351 человек. Это 36% от общего количества голосующих, включенных в списки по 35-му округу. На нашем округе номер 35, Галский, на 11 часов явка по округу составляет 361 человек. Это вот 36% избирателей. Это вот по первому участку 180 человек галские и по второму участку маркетский 181 человек. По сравнению с первым туром голосования идем немножко даже с опережением. Общее количество избирателей, внесенных в списке для голосования по обоим участкам по округу 1000 человек. Ровно 1000 человек. Это 613 по первому участку и 387 по второму участку. Из проголосовавших общее количество 361 человек на 11.00, из них 355 это по основному списку и 6 человек по дополнительному списку. Выборы проходят нормально, никаких жалоб не поступало, избирательные участки открылись в положенное время. Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против всех. Порог явки составляет 25%. На данный момент уже в 2 часа проголосовало по общему списку 612 человек. И выборы проходят спокойно в рамках закона. Замечания ни со стороны наблюдателей, со стороны комиссии, ни к избирателям, ни друг к другу нету. Ну, на улучшение мы хотим, чтобы дорогу сделать, и чтобы люди обращались к нам культурно, красиво. И, ну, все, чтобы мир был, и чтобы согласие было все между нами, между всеми. А что за дорога? Дорога у нас, где мы на ГЭСе работаем. Избирательные участки закрылись ровно в 8 вечера. В данный момент члены комиссии ведут подсчет голосов, подводя итоги голосования. О результатах выборов президента Республики Абхазия мы узнаем совсем скоро. Ника Гачава, Илона Микава, Кела Закарая, Гал ТВ.